Здравствуйте, дорогие партнеры и друзья! С вами Елена Евсеенко, и сегодня я хочу вам показать, как можно заложить фундамент в конце 2018 года и начать действие с минимальными вложениями, заработать в 2019 году уже очень приличные деньги. И все начинается реально очень просто. Мы с вами делаем простую регистрацию именно в LS Club и активируем площадку Moneybox ценою 50 рублей. И начинаем действовать. Мы начинаем приглашать с вами людей и развивать первую линию именно по реферальным начислениям. Итак, мы оплатили 50 рублей и выстраиваем первую линию. Проходит ровно одна неделя, 7 дней, и мы все начинаем подтверждать свою активность в размере 50 рублей. И денежные средства начисляются на 5 уровней вверх по 10 рублей. Проходит следующая неделя, и мы также оплачиваем 50 рублей, которые уже идут. Вот первая неделя – это на реферальные начисления. Вторая неделя у нас идет на покупку клонов. Третья неделя снова на реферальные. Четвертая – на покупку клонов. И таким образом мы все с вами, развивая первую линию, начинаем получать и реферальные, и также продвигаться по боксам. Но самое главное – это то, что нам с вами нужно развить первую линию. То есть приглашайте людей на 50 рублей. И вы начинаете реально быстро выходить на пассивный доход. Каким он будет, давайте с вами будем рассматривать именно по слайдам. Вы пригласили пока всего 2 человека, ваших по 2. Таблички, конечно же, это условные. Но доход у вас в месяц уже составляет 1240 рублей. Время идет, вы за это время еще приглашаете партнеров, и представьте, что в вашей веточке уже стало 3,3, то есть 3,9, 27, 81. В общем, выросла ваша командочка, ну 3 по 3. Так, конечно же, не будет, потому что у каждого скорость будет разная, кто-то очень быстро начнет развиваться, кто-то совсем как бы слабенько будет развиваться, но суть это в том, что чем больше ваша будет первая линия, тем больше денег вы будете получать. Понимаете, здесь из-за того, что абонентская оплата идет один раз в неделю, соответственно, вы доход с партнеров получаете не разово, то, что пригласили, получили, а то, что эти люди, они как снежный ком, понимаете, их все больше, больше и больше становится у вас внизу, и все эти партнеры, они еженедельно оплачивают 50 рублей, которые регулярно будут распределяться на 5 уровней вверх. И ваш доход уже начнет составлять даже при маленьких вашей командочке уже 7260 рублей. Но на этом мы не останавливаемся. Мы движемся только вперед и приглашаем 5, 25, 125. В общем, вырастает наша команда. Вот каждый человек просто привел по 5 человек на 50 рублей. Разве же это сложно сделать? Приглашать людей на 50 рублей. И доход ваш составляет уже 78 тысяч 100 рублей. И это ведь не предел. Ведь у каждого человека получается регистрация в определенный срок, определенного числа. И у каждого ведь происходит абонентская оплата ровно через 7 дней. И мы все с вами, представляете, мы выходим на реально пассивный доход. Все, что мы с вами должны делать, это просто быстро приглашать людей, нести информацию в массы на 50 рублей. И представьте, у вас стало 10 человек в первой линии, и ваши партнеры также пригласят по 10 человек. Доход составляет 2 миллиона 222 тысячи рублей ежемесячно. Где можно заработать такие денежные средства? Нигде абсолютно. Ведь можно на эти денежные средства полностью погасить кредиты, ипотеки, улучшить свои финансовые положения –
А можно жилищные проблемы улучшить, путешествия, да все что угодно можно делать, имея такие денежные средства. И вы представляете, что нужно-то всего лишь приглашать людей на 50 рублей и серьезно к этому относиться и говорить партнерам, оплачивайте абонентскую оплату. Собственно-то и все. И люди начинают получать ведь не только реферальные начисления, они получают доходы также и по боксам. Потому что мы делаем оплату, первая неделя идет на реферальное, вторая неделя идет на покупку клонов. И мы с вами одновременно начинаем получать и пассивный доход по рефералке, и за то, что двигаются наши боксы, а потом мы также друг за другом все переходим на площадку ЛС-банк и там получаем тоже очень хорошие, классные доходы до 10 уровня в глубину. Я думаю, что маркетинга лучше никто мне не предложит. Если только что-то у вас есть более интересного, я прошу вас позвонить мне. А на этом я заканчиваю сегодняшнюю презентацию, потому что дел навалом, людей море, я иду работать.